Нет, да, вот это вот, вот это вот легально, да, да. А вот это вот она нелегально. Но китайцы там тоже они пытались. Ну, вот эти мы сразу сняли с производства, китайцы начали подделывать. Голограммы, вот у нас вот такие идут серебристые, у китайцев что, это, их как бы нет. Вот это контрафактная продукция. Стрэнга 9. Открываем коробочку. Сразу. Центральный блок сигнализации. Клеечки непонятные. Голограмма не такая, значит, всякие черточки. Серийных номеров таких у нас не было. Открываем крышку, тоже наклеечка, которой никогда не было на оригинале. Наклейка непонятного содержания, да? Да, непонятного содержания. Так, датчик удара разбираем. В оригинальной продукции вот здесь вот такие проволочки есть. Датчик сам срабатывает. А здесь вот микрофон стоит. Контрафактной продукции. Как бы по нему сразу видно. 4. Ну и сколько стоит, говорит? 3700. 3700. 91, 4300. Лампы аж один. По цене, что устраивает людей. Ну, вы опытный предприниматель, чувствуете. Да. В любом случае.